Самара – город читающий, любовь к литературе у местных жителей в крови. Подогревают интерес к чтению не только в библиотеках, но и при помощи новомодных шкафчиков для буккроссинга. Эта инициатива пришлась по душе местным жителям, которых объединяет любовь к книгам. Один за другим в городе появляются шкафчики для обмена литературой. Уличная библиотека появилась в микрорайоне Новая Самара, неподалеку от современной строящейся школы. Мы на этой территории открываем шкаф буккроссинга, то есть это шкаф, в котором все время для жителей будет находиться большое количество литературы, которую мы берем на себя, обеспечение этой литературой, и которая жителям однозначно поможет подготовиться к походу в новую школу, которая будет открыта уже в наступающем году. А самое главное, что эти книги, они помогут им узнавать больше о Самарской области, нашей любимой, родной, в которой мы все живем. Обменяться книгами и почитать классические произведения любимых авторов можно и на природе. Примером может послужить один из старейших парков города – Струковский сад. На книжных полках легко найти работы Пушкина, Чехова, Достоевского и Пастернака. Это отличная идея, что у нас в городе еще появилась одна книжная площадка. Вообще сам Струковский парк располагает его атмосфера к чтению, к спокойному. Можно сесть на скамеечке под дерево и наслаждаться книгой. Мы привыкли к этим шуршащим страницам и очень хотим, чтобы молодежь тоже ценила книгу. Понимаете, очень хорошая идея. Вклад в развитие буккроссинга вносят и сами самарцы. Горожане приносят специально оборудованные шкафчики книги, которые давно пылятся дома на полках. Стоит отметить, что новомодное движение развивается стремительными темпами. Городские власти всячески поддерживают читателей и открывают новые места для обмена духовной пищей. Анатолий Головко, Николай Епифанов, «События».